Александр, ну, во-первых, поздравляем. Во-вторых, я думаю, что к моим поздравлениям сейчас присоединится весь зал, потому что за вас активно болели. Если есть теплые слова болельщикам, если есть теплые слова, пожалуйста. Ну, в первую очередь, спасибо. Спасибо моей команде болельщиков, которые приехали специально из Тольятти, чтобы поддержать меня. Также моей жене огромный привет, родным. Большое спасибо тренеру, который готовил меня к этим боям. Ну и большое спасибо вам за то, что есть такой турнир, на котором можно участвовать. Пару слов про бой, потому что начало показалось равным, а потом вам удалось перехватить инициативу. Ну, у нас спорт такой непредсказуемый, в любой момент может закончиться, тем более. Веса нелегкие. Да, ровный бой, хороший соперник. Ну, вы все видели. Спасибо вам за это, за то, что вы видели. Ваши аплодисменты!